тема краси актуальна була в усі часи і залишається актуальною ще з давніх давен. Дівчата та жінки піклувалися про шкіру свого обличчя та тіла з допомогою різних засобів. Наприклад, Клеопатра, вона використовувала ванночку з молока та меду. А наша наступна гостя говорить про те, що креми з натуральних інгредієнтів можна зробити і самому, і з доступних речовин. Тож, які це речовини та як робити цей крем, розпитаємо у нашої сьогоднішньої гості просто зараз. І у нашій студії вже з'явилася Тетяна Киреєва, кремовар, творець натуральної косметики. Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку. Тож, розказуйте, якого догляду потребує шкіра влітку? Що порекомендуєте? Літом, ви знаєте, мабуть, більше потребує уход, ніж зимою, тому що літом це багато пилі, потовиділення йде, це швидше бактерії, мікроби всі на кожі у нас образовуються. Тому однозначно ми очищаємо кожу, приймаємо чаще душ, як можна. Меньше пользуемся декоративной косметикой, потому что она забивает поры. Пользуемся солнцезащитной косметикой. А если мы находимся у водоема, в это море, да, то есть бассейны или речки, многие сейчас уже пляжи оборудованы душами, именно пресной водой, обмываемся, чтобы это не оставалось у нас на коже. Потом после этого наносим или солнцезащитный крем, или для загара крем. Он лучше возьмется. Конечно, проводим мы скрабирование, убираем эту всю ненужную грязь. А кушаем овощи, фрукты, потому что воды мы много теряем, пополняем водный баланс. И пьем водичку. Водичку летом мы пьем с расчета 30 мг на 1 кг массы нашего тела. Тобто і наш раціон, і наше оце пиття води, воно все впливає на нашу шкіру. Звісно, звісно. Це якраз, чому ми потіємо? Тому що кожа захищає, точніше, організм захищає кожу. Він її увлажняє, він влагу свою віддає на наружу кожу. Пот же не пахне нічого. Це чисто водичка, яка є у нас в організмі. І тому у нас йде потовиділення. А потеря влаги, організм, виходить, недостаток. І ми для цього повинні пити більше водички, кушати фрукти, овочі, содержащі. Ось такі прості рекомендації, дотримуйтесь їх цього літа. А ми бачимо, що ви до нас не з пустими руками, як Настя вже оголосила, що ми можемо з простих доступних речовин зробити самі натуральну косметику. Що сьогодні зробимо? Так, я постаралась з собою взяти ті компоненти, з яких можна, думаю, кожна з нас може приготувати крем. Це буде легкий крем для тіла, який може дівчина, жінка приготувати, навіть парні у мене на мастер-класах іноді теж користуються цим, вчаться. И поэтому давайте разберем, что такое крем. Да? Крем – это у нас эмульсия. Эмульсия – это состоит всегда из нескольких фаз. Это водная фаза, которая состоит, чем отличается крем от масел, да, разных, потому что крем большую часть свою состоит из воды. То есть, почему он полезен? Больше для нашей кожи. Поэтому в креме мы будем использовать дистиллированную водичку, в креме мы будем использовать масла. Это у нас будет масло оливковое. И будет у нас масло ши твердое, баты. Масло оливковое мы можем купить хорошего качества в аптеках, конечно же. Масло ши мы покупаем, сейчас много мыльных магазинов вот этих, да, где можно это приобрести. Вы зададите вопрос, да, как можно масло с водой смешать, чтобы получился у нас крем. Это несмешаемые две. И это моя самая любимая часть, где происходит какое-то волшебство. Да. Мы добавляем эмульгатор. Это природный воск. Растительный, да, сегодня мы будем использовать эмульгатор Оливин, он с оливок делается, этот воск, который поможет нам соединить эти две части. Поэтому мы для нашего крема взяли 80% воды, мы взяли 7% оливкового масла, 6% масла ши и 7% эмульгатора. Мы сюда это вот все добавили, у нас это все уже, видите, готово. Вот его можно посмотреть. Просто перемешиваем. Да, вот мы все это, водную мы отдельно фазу, жирную мы фазу, эмульгатор мы сюда добавляем, да, вот мы это все смешали. Обязательно, видите, у меня градусник. Эти две фазы надо нагреть. Мы нагреваем не больше, чем 65 градусов. Поэтому мы попросим нашего ассистента взять и нагреть. И нагрейте нам наш крем. Да, это сейчас подогреют нам.
Теперь и дальше, что нам для этого надо еще? Для этого, как мы видели, нам надо емкости, в которых это можно использовать дома чашки, не обязательно лабораторную посуду, только чашки должны быть одинаковые, потому что одновременно мы ставим, нагреваем две этих фазы, и они нагреваться должны вместе. Для этого мы используем венчик любой, да, то есть который нам поможет взбить это. Мы используем лопаточки, мы используем палочки. Перед этим, конечно, мы все это обрабатываем. И вот сейчас, когда у нас пока все подготовится, мы потом это все соединим, собьем, то есть как бы и переложим в чистую нашу баночку, которую мы заранее крем подготовили. Крем уже буде готовий. Добре, да. Доки ми чекаємо нашого асистента, доки він нагріває наш крем, давайте поговоримо детальніше про натуральну косметику. Наскільки вона, які її переваги і наскільки вона краща у застосуванні? Ну, ви знаєте, натуральна косметика все-таки состоит із натуральних продуктів, де не содержаться ні хімічні, ні синтетичні різні вещества, которые соединяющие. Она не содержит нефтепродукты. Это очень полезная косметика для нашей кожи, потому что она ближе всего по составу, который есть с природой. Любые крема, которые мы пользуемся, и другая косметика не натуральная, да, то есть все-таки она в себе содержит какие-то компоненты, которые у нас потом накапливаются в организме. Натуральная косметика, она полностью сразу начинает действовать с первого момента, как вы ее наносите. А натуральну косметику, чи довго нею можна користуватися? Ну, чи який в неї термін дії? От тут якраз я поняла. Пользуватися можна нею завжди, це дуже добре. А от срок дії у неї, точніше, срок хранення у неї дійсно маленький. Якщо ми крем приготовимо і не додамо туди ніякого взагалі природного навіть консерванта, срок годності такого крема 5-7 днів максимум. 5-7 днів? 5-7 днів тільки буде він хранитися. Если же мы говорим о маслах, масках, скрабах, разной вот этой всяких других, да, то есть, которые есть у нас средства, да, по уходу, там 6-9 месяцев. Найчастіше крема хендмейд рекомендують зберігати у холодильнику. Чи це правда? Потрібно обов'язково, так? Так, да, крема повинні хранитися тільки в холодильнику, тому що, коли ми робимо навіть крем, тільки з'єднання масла з водою, масла починають окислятися, процес окислення йде. Да? Там зарождаються бактерії, починають йти. І тому в теплі вони будуть просто швидше. Этот крем там, за 2-3 години він пропаде. Тобто крем, який ми зараз зробили, да, не додали туди абсолютно ничего, мы сделали немножко, мы знаем, что мы за неделю его используем, это может быть 30 миллиграмм, да, 5-7 дней он спокойно может у нас храниться в холодильнике. Он свежий, натуральный, это как вот мы сварили борщ, поставили, да, и неделю едим. А эти 30 миллиграммов, чи вистачит нам его на целый тиждень? Конечно, если это крем для лица, конечно, хватит. То есть мы користуемся ним каждого дня, с ранку вечера, чи лише один раз? Смотря, опять же, какой крем. Есть же дневные, ночные крема. Ночные крема – это в основном питательные крема. Там используются масла, которые фруктовые идут. Совсем немножко по-другому, да, они действуют. Смотря для чего. Вот если нам надо просто увлажнить нашу кожу, мы делаем легкий увлажняющий крем, который наносим. Вот сегодня крем, который мы сделаем, можно наносить так же само на лицо. Он будет тільки увлажнять нашу кожу. А скільки мілілітрів порекомендуєте зробити для тіла? Якщо ми використовуємо крем для тіла, скільки потрібно на тиждень зробити? Максимум 50 мілілітрів, це з головою. Хватить? Так, це якщо ви будете кожен день от себе. Як це роблю я? Ну, добре. Це навіть багато, я ж говорю. Тому дозировки краще робити небольші. По часу це затрачує минут 20, по себестоїмості це взагалі смішних грошей стоїть. Якщо це виходить, а це процес, який увлекає, і все хочеться більше і більше узнавати і робити, ми і результат потім бачимо на собі. Наша кожа нам благодарить і говорить, що круто. Вона сяє така. Да, достається бархатиста, приємна. Коли натуральна косметика, одразу кожа міняється. От багато, хто користується натуральною косметикою, кажуть, боже мій, мені ж її хочеться гладити, я ніколи її такою не чувствувала. Ну, тобто результат одразу дуже помітний. Всі компоненти по составу, от оливкове масло, чому ми зараз взяли, воно близько по составу з нашою кожою, тому воно краще буде сприйматися, більше буде питати нашу кожу, і одразу ми бачимо результат. Яка є вірогідність алергічних реакцій? От тут, звісно, треба бути обережним. Це якраз, як всі кажуть, це обратна сторона медалі. Тому що натуральні компоненти у нас
цветет, у людей аллергия, да, проявляется. У некоторых на мед, и добавляя в косметику мед, надо быть осторожным. Если вы знаете, на какие-то компоненты, которые могут входить в состав там, того же крема, лучше вот перестраховаться и нанести тест-пробу. Получается, вы берете крем на внутреннюю сторону локтевой части, наносите 1,5–2 часа, если у вас нет ни покраснений, ни зуда, ничего, вы можете пользоваться. Потому что натуральные компоненты, они быстрее вызывают эти, ну, они более насыщенные, и они могут вызвать реакцию именно аллергии. Ми говорили про те, що потрібно зберігати натуральну косметику у холодильнику. А як зрозуміти, що вона зіпсувалася, що краще вже не користуватися такою это косметикою? Це запах, це цвіт, однозначно. Сразу видно. Такий неприємний запах, так? Да, він буде давати якийсь, вот, ви розумієте, он, вы сразу почувствуете, что это неприятный что-то какой-то не запах, да, что-то не так с ним. Мы бачимо, что наш ассистент уже готовый принести нам ингредиенты. Так, давайте продолжать. Я так понимаю, что треба швиденько. Да, мы нагрели две фазы, получается, водную и жирную фазу нагрели до 65 градусов. Перегревать не нужно, потому что потом распадается, и когда мы будем соединять, сбивать, у нас будет нестабильная эта эмульсия. Когда мы эти нагрели две фазы, чтобы лучше было видно, берем нашу палочку и водичку добавляем в масло. Мы сюда вливаем, перемешиваем. У нас практически масло соединилось с водичкой. Хорошо видно в колбочке. Я иначе на уроке химии знала. Да, вот я со школы поняла, почему я любила урок химии, потому что это меня, наверное, с детства манила и нравилась. На сегодняшний день я есть кремовар. Помещаем масло с водичкой. Это холодная у нас. Это холодная вода, конечно. Нам надо эту фазу остудить. Мы остуждаем эту фазу до 30 градусов. Она должна у нас быть меньше, чем 30 градусов. Теперь мы начинаем смешивать. Мешаем мы минут 7. Вот, немножко попало в водичку, потому что потом добавим туда. Да, много просто. Колбочки маленькие, на 100 миллиграмм они немножко не подходят. Это на 50, а не больше. Ничего, но все равно видно у нас. Угу. Мы сбили пару секундочек, позбивали, не сильно, да, чтобы оно у нас не пушистое было. Дальше мы оставляем здесь вместе с палочкой его остужать. Потихоньку сейчас будем смотреть, как оно будет. На сейчас выглядит эта эмульсия просто как водичка. Видите? Ну, так она, как трошки забарила она. Она, да, просто она беленькая водичка получилась. Ну, это просто водичка у нас пока. Когда будет сейчас остывать, он уже, вы можете вот даже наблюдать, при том, когда оно остывает, наша эта фаза, она, во-первых, уже, видите? Она больше била такая стадия. Она белеет, конечно, оно уже смешалось. У нас однозначно уже смешалось. А и треба масло, помешивать да. Его, да, да, надо мешать, потому что остывает оно постепенно, а крайки стенки с холодной водой быстрее остывают, внутри оно же теплее. Поэтому время от времени мы помешиваем. У нас каждым разом он становится все густее и густее. Поэтому мы оставим сейчас на пару минуточек, пускай в холодной воде у нас дальше постоит. И немножко остынет. Для того, чтобы мы смогли сюда добавить активные компоненты. Активных компонентов, если мы будем делать крем для лица, это много активов, то, что будет работать и питать, да, то есть как бы сегодня мы туда добавим витамин Е, добавим эфирное масло жасмина, это будет давать и аромат, и пользу для кожи, и добавим лимончик, то есть он тоже будет освежать и тонизировать нашу кожу. Но мы добавляем эти все активы после того, когда у нас температура эмульсии будет меньше 30 градусов. Ну, а доки ми чекаємо, що крем наш захустіє і трохи охолоне, ми поговоримо про такі інгредієнти, як харчові інгредієнти, сметана, там, огірки. Часто дівчата, жінки застосовують їх у косметиці і вважають, що це і є натуральні компоненти, це слід використовувати, і вони кращі, ніж звичайна косметика. Не можна компоненти просто по віддільності порівняти, як звичайну косметику, ну, тому що звичайна косметика, вона задіяна
нацелена на определенный спектр чего-то делать, да, разглаживать, питать, увлажнять. Наша сметана нам поможет, да, то есть как бы, ну, немножко увлажнить, поменять цвет лица. Те же самые, вот, например, соль, сахар, кофе мы можем делать скрабы. Скраби очень прекрасно получается. Вы же сами сказали, да, Клеопатра принимала ванны с молока. Да, это действует, это действительно действует. Делаем мы салатик огурчиком, протерли личико и дальше делаем салатик. От этого кожа только скажет нам спасибо очередной раз, да. За один раз то, что мы протерли, конечно, никакой пользы, ну, так, как таковой яркой не будет. Если мы будем регулярно делать масочки домашние, та же сметана с медом, да, добавили немножко куркумы, нанесли на личико, через 15 минут смыли. Много глин продается в аптеках. Но опять же, что за напто, то не здраво. Украинская, да, такая пословица. Ой, лучше... вы знаете, вот термометр нам принесли. Да, 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 нам вернули вот, да, термометр, который нам же... Ассистент важный у нас. Определить температуру. Чтобы мы не пропустили нашу температуру, необходимо. Да. То, сколько у нас наразі? Сколько нам ще? Я сейчас покажу эмульсию, видите, она более густая уже становится. Так, это уже не водичка. Схоже уже на крем. Это уже, видите, она держится и не капает. Но здесь, наверное, градусов 50 еще температура. 40-50, ну вот 40 уже есть, да, под 50. А нам потребно 30. Да, нам надо 30, чтобы это была температура. Мы здесь оставим с градусничками, пускай будет она стоять, а мы дальше продолжим с вами. Поэтому натуральные продукты мы применяем, конечно, почему бы и нет. Но их следует поєднувати, как вы порекомендуете? Слід поєднувати. Есть такие маски из звичайних харчових продуктов, есть такие больше, ну, крема, зроблені там с больше таких натуральных. Косметичних, натуральных компонентов. Да, конечно, то есть, конечно, применять это коже будет польза. В течение месяца вы увидите сразу результат, применяя косметику, которая промышленная продается, и применяя потом косметику, которая натуральная, с теми же самыми масочками, которые будете делать, скрабики, потому что лицо тоже надо скрабировать наше. И через месяц вы увидите результат, ваша кожа поменяется, у нее будет совсем другой вид. Ну, это уже у вас буде інший настрій, тому що бачите себе такою задоволеною, посвіжішою, ніби на у відпустці були. Да, ну, да. Ну, це сам процес, він увлекательний і приємний, звісно. Коли я хочу на вулицю, коли я кожен день виходжу на вулицю, мені здається, що це агресивне середовище нападає на мою шкіру. Чи можливо, мені так лише здається, як можна захистити своє обличчя, якщо ну, така екологія не дуже гарна, або там, якщо на вулиці, чи потрібно це захищати свою шкіру? Мы в самом начале, да, я говорила, что это, ну, очищаем кожу, умываем кожу по возможности, в течение дня питаем кожу, это сейчас есть много натуральных, так же само, тоников, спреев, они с гиалуроновой кислотой, цветочная трава еще называется, это гидролаты, да, обычный гидролат, это когда делают эфирные масла, из растения масло уходит отдельно, а вода уходит отдельно, вот эта водичка называется гидролат, фильм «Парфюмер», когда, если видели, да, вот эти большие чаны, когда загружают, их, и оттуда потом получается эта водичка. Она очень полезная для нашей. Вот вы ее купили гидролат, налили вот такой флакончик-распылитель, и в течение дня вы и на волосы, и на лицо, вы ее защищаете, вы ее питаете. Ваша кожа сама защищается, очищается, понятно, это организм нашим заложено для кожи. Но вы помогаете ей справиться с этой экологией. Ну, понятно, кушаем продукты, которые без ГМО, экологически чистые. Сейчас многие выращивают на подоконниках, на грядках. То есть вы эти продукты можете использовать и в косметике, потому что с разных трав того, что мы вырастили, мы можем сделать вытяжки. Мы можем пойти в чистый лес, собрать травки, сделать себе тоник. Залили кипяточком ромашку, мяту, петрушечку. Залили в кубики для льда, поставили в холодильничек. Утром умылись, тоником прошли. Это самое лучшее тонизирование будет природнее у вас. Давайте подивимося, скільки у нас там градусів. У нас 30 практически градусов. Мы сейчас можем уже доделать наш крем. У нас более плотная уже консистенция вся получилась. Больше уже такая схожая. Да, видите, она уже такая, что вот, ну, это уже крем-крем. Уже можем застосовывать, что у нас... Смотрите, так как мы говорили, да, мы добавим сюда витамин Е.
он помогает у нас выступать и немножко консервантом, потому что эфирные масла, витамин Е помогут бактериям не так быстро размножаться. Мы добавим 2 капельки витамина Е. Ну и будет нашу кожу насыщать витаминчиком, тоже наш крем. Добавим эфирные масла, с ними тоже мы не перебарщиваем. По 5 капель каждого маслечка мы добавляем. Это на 100 миллилитров? Да, это на 100 миллиграмм крема. Мы брали с вами 7 грамм оливкового масла, 6 грамм масла ши мы брали, 7 грамм эмульгатора и 80 грамм водички. Это мы все с вами нагрели до температуры 65 градусов, остудили до 30 и добавили вот эти компоненты. Которые... Теперь тщательно перемешиваем, мы можем перемешать это миксером, можем перемешать палочкой. Тщательно-тщательно все это смешиваем. Вот этот крем, вот такой крем, у вас 7 дней спокойно пробудет в холодильничке. Если мы добавим туда консервант, растительный консервант есть, он, правда, химического приготовления, сейчас много уже есть, но рекомендован даже для детской косметики. 30 капель этого консерванта, и у вас такой крем в холодильнике пробудет уже месяца 2-3. Вы можете его хранить. То, что это крем уже готовый до застосования, да, чи треба еще почекать трошки? Вы его сейчас, смотрите, когда мы сделали, сразу, конечно, его нельзя наносить. Ему дать остаться в холодильнике часов 5-6. И тогда вы его можете смело применять и использовать. Добавив консервант, мы также само перемешали это все. Все смешали. Взяли нашу... запах, но вы его чуете, мабуть, глядачи, а тут такий аромат. Важно еще, мы сейчас переложим это все в баночку, важно еще, натуральные крема не пальцами не берем, потому что какая рука у нас бы не была бы чистая, наша кожа, все равно там есть бактерии, мы туда заносим только. Мы используем шпателя, лопаточки для того, чтобы это можно было. Можете нанести на ручку. І спробувати розтереть. Все, ми будемо пробувати наш крем. Тетяна, дякуємо вам за приємну розмову. А наразі подивіться новини, а я буду пробувати крем.